Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам мужскую сумку американского бренда Tommy Hilfiger. Модель выполнена из искусственной кожи, прочного современного материала. Он долго служит и прост в уходе. К тому же подходит людям, которые отказались от изделий из натуральной кожи по идеологическим соображениям. Кожа приобрела особый зернистый рельеф благодаря обработке на специальных штампах. Это делает ее не только внешне привлекательной, но и более долговечной. На такой коже менее заметны небольшие царапины. В сумку уместится ноутбук, папки с документами, зарядное устройство и зонт. Внутри есть отделение для мобильного. Благодаря им ваш телефон не повредится при столкновении с другими вещами. В небольшие внутренние и внешние отделения можно положить карты, ключи, наушники и другие важные мелочи. Подкладка из ткани прочная и прослужит вам долго. Сумка застегивается на молнию. У модели есть две короткие ручки и съемный текстильный ремешок. Его длину можно регулировать, поэтому сумка подходит людям разного роста. Носить эту сумку в стиле casual с нестрогими брюками, рубашкой и лоферами, а также с джинсами, джемпером и кедами. Модель представлена в черном цвете. Наслаждайтесь качеством с вашей новой сумкой Tommy Hilfiger.